сіне, който більше остепчив човек, махне сирика. Правіка, хто знаєш, і снахата на месті свекересі постел біштето, куди то ліжиш і кучто. Нарешті керівник гуртка відчинив майстерню. Хлопці зайняли місця за столом. Тут було розкладено різне приладдя. Приладдя потрібне для будівництва. Моделі аероплана, пилочки, напильник, рубанок, обценьк. У школьников Виноградовки проблем с общением на болгарском и украинском почти нет. Язык преподавания в школе русский, но перестроиться на государственный детям будет нетрудно. Ученики Виноградовской школы регулярно привозят награды с олимпиад по украинскому языку и литературе. Наши дети уже в течение многих лет являются победителями не только районных олимпиад, они призеры областных олимпиад. А в этом году наша ученица заняла второе место в республике в конкурсе, мовно-литературном конкурсе имени Шевченко. Так что это, по-моему, как раз доказательство того, что украинский язык у нас на должном уровне и преподается, и дети наши говорят на чистом украинском языке, потому что их, начиная с садика, учат, а в школе украинскому языку уделяется очень большое внимание. А вот педагогам перестроиться будет несколько сложнее. В Виноградовской школе большая часть учителей работает по четверть века. Для преподавателей принятые изменения в парламенте стали большой неожиданностью. Не задумывались, потому что для школ с национальным составом было строго определено русский язык обучения. И вариантов не было. А теперь назрели перемены в обществе, и нам придется перестраиваться. Особенностью школы Виноградовки является то, что предметы здесь преподают на русском языке. Опытные педагоги просят 3-4 года на переходный период, чтобы адаптироваться к украинскому языку. Труднее всего придется преподавателям точных дисциплин, которые в кратчайшие сроки должны будут выучить всю необходимую терминологию. С нового учебного года математику в Виноградовке уже частично преподают на украинском языке. Ввели предмет математики на русском языке в этом году, так, смешанный. Пошел украинский и русский язык. Я бы хотела, чтобы был постепенный переход. Не сразу резко перейти, как на будущий год полностью на украинский перейти, а можно было в течение 3 лет переходить плавно. Я болгарка, но на русском языке всю жизнь преподавала. Теперь резко перейти 1 год мне, например, недостаточно так. Особое внимание в Виноградовской школе уделяется языку предков – болгарскому. После внедрения реформы болгарский будет преподаваться в формате факультативного занятия. Школа сама вправе решать, сколько это будет часов в неделю. Сегодня образовательные учреждения в болгарских селах области учебниками и другой важной литературой обеспечивает специальный фонд при правительстве Болгарии. Благодаря болгарской компании, то, что у нас открылась школа, нас Болгария обеспечила литературой, они у нас вот книжечки даже на полочке, то есть мы пополнили свои запасы литературой, и в этом году мы опять будем закупать, то есть мы делаем заказ, а Болгария нам передает учебники. Насколько я знаю, в этом году у нас будет на 4000 лев. В Болгарии образовательную реформу в Украине пока особо активно не комментируют. В Виноградовской школе по этому поводу есть небольшие переживания. В Румынии и Венгрии уже прошлись по изменениям в школьной программе. Вдруг и в Болгарии выразят недовольство и свернут программу поддержки школ. А это уже школа в соседнем селе Холмская. Здесь также проживают преимущественно болгары, в школе также ведут обучение на русском языке. Прошлым летом выпускники Холмской школы провалили внешнее независимое оценивание. Директор Наталья Гостева говорит, что у детей, несмотря на скромные возможности учреждения, было все. Преподаватели шли навстречу, интернет даже доступный был. Увеличение часов украинского языка должно помочь школьникам улучшить показатели успеваемости во время тестирования, считает специалист. Причина разное. Это в первую очередь, конечно, нежелание детей, хотя были обеспечены все возможности для того, чтобы дети могли дополнительно заниматься. В школе есть Wi-Fi зона, в школе есть интернет-класс, эти ноутбуки, которые соединены, имеют доступ к интернету. Работа онлайн освита обеспечил нас губернатор, и район наш обеспечил программой, могли дети заниматься. То есть считаю, что недостаточно требований со стороны родителей. Родители не понимают до сегодняшнего дня, что это только для наших же детей.
Проблема перехода на украинский язык для учителей не так актуальна, как появление нового предмета – естествознания. В школе и без того проблема с кадровым составом, а тут еще нужно искать специалиста, которых в Украине пока не готовят. Раиса Стоянова преподает биологию уже 40 лет. Педагог со стажем убеждена, что объединение ее предмета с другими на пользу образованию не пойдет. Из холмской школы выпускники идут либо в медицину, либо в сельское хозяйство. Как же без биологии обойтись? Биологию смешивать нельзя. Она и так является комплексной наукой, и об этом мы говорим ежедневно на уроках биологии. Не проходит урок, чтобы не связывать ее с историей, с географией, с химией, с астрономией и так далее. Как же ее можно уделять? Но если мы сделаем все эти науки в одну общую, объединим, это будет винегрет, и рассказать о любимом мною предмете биологии я не смогу. Впрочем, учителя и в Виноградовке, и в Холмском готовы к изменениям. Ни один педсовет не обходится без разъяснений особенностей преподавания по-новому. Терять работу даже в селе никто не хочет. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».